Вітаю вас. Ні в кого немає сумнівів, що ми зараз знаходимося в періоді зміни епохи. І знаєте, штучний інтелект, про який так багато зараз говорять, він, напевно, вплине найбільше на зміну цієї епохи. Яка вона буде? Чи це буде епоха творців, людини-творця, чи це буде епоха роботів? Звичайно, таки вирішувати нам. У нас сьогодні в гостях Артур Гончаров, він є громадським діячем, якраз займається тим, про що буде передача. А передача у нас буде про штучний інтелект. Вітаю вас, Артуре. Здравствуйте. Артур, от знаєте, перше таке питання. Яка мета створення штучного інтелекту? Замінити людину? Допомогти людині? Чи щось інше? На мій взгляд, ви правильно сказали. І то, і то. А может быть даже еще что-то, что мы даже себе не можем сейчас в данный момент представить. Потому что в какой-то ситуации нужно человека заменять. И он не должен работать в опасной среде. Правильно? Я не хочу, чтобы меня заменяли. Смотрите, вот, допустим, Чернобыльская АЭС, не дай бог, да, повторилось случай в какой-нибудь точке мира. Зачем туда людей пускать, чтобы опять была лучевая болезнь и все остальное? Могут же делать это роботы, кстати, однозначно, да, которые помогут быстро, эффективно выполнить ту работу, с которой даже человек не может быстро справиться. Правильно? И убрать, и законсервировать, или еще, не дай бог, что-нибудь. То есть какие-то катаклизмы, где лучше человеку сохранить свою жизнь и уделить время семье, да, тоже, или же остаться здоровым. Да? Пусть занимаются машины. Тем более, это вполне реально даже уже на сегодняшний момент. Артур. Да. А если позволите, вот много говорят, искусственный интеллект, искусственный, это что? Откуда он взялся? Это программа, знаете, это робот, это наполовину человек, наполовину... Что это такое? Откуда он взялся? Что это? Или это программа? Это компьютер? Что такое штучный интеллект? Его можно потрогать? Его можно увидеть только? Или его надо ощущать? Или и увидеть, и потрогать, и ощущать, и понимать? Что это такое? Давайте так. Мы сейчас только, можно сказать, еще даже не наступили на ту фазу, которая нас приведет вот, к полноценной революции искусственного интеллекта. Мы сейчас только на каком-нибудь первом этапе, хотя уже давно уже люди разрабатывают программы самообучающиеся, которые... Это алгоритмы, по большому счету, это алгоритмы, программный код, который помогает самому себе понимать некие процессы. Вот. Если мы можем там дать определенный набор данных компьютеру и сказать проанализируй и сделай нам такой-то вот материал, то искусственный интеллект с этим может справиться. Мало того, мы должны себе отчетливо понимать и строить какую-то картинку, что искусственный интеллект сейчас, благодаря алгоритмам самообучения, он развивается, и во что в итоге это все выльется, конечно же, можно только догадываться, да? Но я не думаю, что он станет полноценной конкуренцией сознательному разумному человеку, потому как все же понимают, что души у компьютера быть пока что не может. Почему пока что? Потому что мы до конца даже не можем понять источник души. Некоторые ученые даже утверждают, что ее и нет. Да? Вот они настолько материалисты, что... Почему я затронул тему души сейчас? Если мы говорим об искусственном интеллекте, мы все понимаем, что это супермашина, это не сколько даже машина, это алгоритмы самообучающиеся, которые уже сейчас могут делать те действия, на которые человеческий разум не способен, если использовать и квантовые компьютеры, или там, даже те компьютеры, которые сейчас есть, их мощность ней вполне хватает, чтобы обрабатывать огромное количество данных и принимать какие-то решения, которые человек даже не сможет охватить никак. Даже сейчас. И будет расти это, безусловно, потому что технический прогресс постоянно развивается, и возможности увеличиваются, и будет, безусловно, машина все умнее и умнее. Вот. Артур. Да. Может быть, чуть-чуть тему ушел, и вам на вопрос не ответил, но тогда, наверное, скажите, уточните. А что вот создано такое вот сейчас в мире, что можно было сказать, что вот, вот оно уже создается? Вот какие-то примеры. Роботы, которые уже там... Ну, Софию, человека... я думаю, все знают уже. А кто не знает, робот Софии получила гражданство Саудовской Аравии. Да? Гражданство, да? Гражданство. Она имеет право голосовать? Ну, и вот этот момент я не изучал, а кого она по законодательству. Робота? Какие-то там представительские органы? Или за кого она? За робота будет голосовать? Я думаю, ее наделили полными правами, как и человека.
То есть, ну, я так предполагаю, я не изучал их законодательство, мыть, готовить, не смотрел. Кушать, а еще и голосовать, да? Давайте посмотрим, а нужно ли роботу голосовать. Все равно на сегодняшний момент есть человекоподобные машины, в которых загружен некий софт, который называют искусственным интеллектом. Но это, по сути, все равно софт. Софт — это программа? Софт — это программа, да. То есть программа, которая, да, она может казаться человеком, но на самом деле она им не является. Это все равно набор «если то». Если то, но может быть какая-то более сложная система. Потому что существует разное. Очень много сейчас программ, с помощью которых можно даже начинающему, желающему человеку создать свой маленький искусственный интеллект, он это может сделать. Потому что есть уже и фреймворки специальные, где собраны уже элементы вот этих вот кусочки программы, и ты можешь самостоятельно уже создавать свой искусственный интеллект, который тебе облегчает, допустим, ну, может быть, все знают, что такое бот, да? Может быть, не все. Ну, в двух словах скажите. Бот — робот-помощник. Он может у тебя в телефоне стоять, который тебе говорит там. Тот же элементарный будильник, понятно, что там никакого нет, ну, на простом примере. Будильник — это же тоже программа. Да, вы за программирование, она прозвенела в определенный момент. Она вам помогает проснуться, правильно? Вот то же самое есть боты, которые могут расписать ваш день, оптимизировать его. Там уже больше функций искусственного интеллекта, потому что это уже не простой будильник. Окей. Соответственно, они анализируют, что-то думают. И... Я теперь свой будильник в своем телефоне буду называть бот. Нет, это не бот. Это я просто от простого к сложному пытался перейти для того, чтобы объяснить. Артур, что... я недавно читал, что Илон Маск, основатель Теслы, он заявил, что штучный интеллект — это есть плохо. Да, зло. Зло. Да. Вот по нашему разговору я понимаю, что вы говорите, что это добро, а он говорит, что это плохо. Даже Илон Маск, он заявил, смотря в каких руках находятся эти технологии. Безусловно, если попадает к террористам сверхтехнология, там, сверхкомпьютера, которые смогут взломать... Ну, вы сами понимаете, что искусственный интеллект, это, еще раз, может быть, кто-то не до конца понял, это программа, которая помогает что-то делать. То есть самостоятельно может управлять или машиной, или еще что-то, или роботом, или... целыми процессами, может быть, реактором, может, вот мы, допустим, разрабатываем, чтобы вообще управлять государством, да, и помогать людям. Извините, так вот, если террористам попадает суперсофт, да, супер искусственный интеллект, они создают, они с помощью этого искусственного интеллекта теоретически могут взломать остальные машины, обладающие ИИ, и направить их в то русло, в которое человеку не нужно. И те же теракты, и остановить, допустим, подачу электричества или еще что-то, потому что сейчас, сами понимаете, все компьютеризировано. Вы постоянно говорите помогать, но не заменять? Или придет время, когда вот штучный интеллект, он заменит? И мы будем говорить, заменил человека. Он уже заменяет частично. Если вы видите развитие технологий и в промышленности в том числе, мы наблюдаем, когда машины заменяют людей. В данном случае заменяют, потому что робот справляется быстрее, качественнее, эффективнее на производстве, да, допустим. И огромное количество людей сокращается. Эта тенденция, она тенденция будет во всем мире уже идти, потому что те владельцы денег, капиталов, которые инвестируют, понятно, что им выгоднее создавать продукт свой дешевле, они дороже. И в этом плане им проще один раз купить себе робота, искусственный интеллект, который проанализирует, примет правильное решение, чем постоянно платить человеку. В этом плане, конечно же, будет идти тенденция на замену, но это не значит, что человек останется на задворках. Если мы что-то передаем, то мы облегчаем себе жизнь. И тут очень важный момент, почему вот мы стали разрабатывать программу по цифровому правительству, связанным с искусственным интеллектом, чтобы люди могли весь этим процессом управлять самостоятельно. То есть говорить, давать команды тем же предпринимателям, что, извините, если вы зарабатываете, используя наши же все ресурсы, то мы должны от вас получать некие дивиденды для того, чтобы мы, даже если мы работаем не 8 часов, а 2-3 часа суммарно, да, там, в день, то мы должны все равно иметь достаточно высокий уровень жизни. То есть понятно, что если что-то идет вперед, то должно и другое идти вперед. Но если мы пустим на
произвол и отдадим корпорациям разрабатывать искусственный интеллект и роботов и внедрять их, не думая о том, что надо им и модернизировать государственную систему, мы как раз придем к процессу, когда люди будут не нужны. Кстати, вот вы важный вопрос затронули. Ведь только корпорации, то есть предприятия, которые имеют большие деньги, большие ресурсы, только они могут этим заниматься. Малый, средний бизнес, государство. Невозможно, чтобы они этим занимались. То есть изначально мы понимаем, что штучный интеллект, вот эти вот программы, они попадут в руки наибогатших людей. Они же их и финансируют, по большому счету, сейчас. Потому что если мы возьмем самые крупные компании, те же Apple, Amazon, миллиардные, Facebook, Google, они все занимаются разработками в области искусственного интеллекта, и они, ну, допустим, если Илон Маск противник, хотя он тоже разрабатывается, у него есть компания Neuralink, которая пытается... Противник, который разрабатывает. Да, вот интересный как раз нюанс. То есть он, с одной стороны, противник, но с другой стороны, он в лице компании Neuralink, они пытаются с помощью искусственного интеллекта копировать сознание или же управлять. То есть там вообще интересный продукт. Знаете, у меня вот по ходу нашей передачи возник такой вот философский вопрос. А у человечества надо ли спросить, готово ли оно к тому, чтобы роботы их частично заменяли? Не допомогали, не помогали, а вот заменяли. Надо ли спрашивать у человечества, или это корпорация, они за нас решат этот вопрос? Они уже дают. Давайте вот наш мир... И как это может быть задан этот вопрос? Давайте разложим мир, какой он сейчас. Сейчас корпорации ни у кого не спрашивают. Корпорации владеют государствами. Корпорации финансируют нужные партии для того, чтобы лоббировали те свои интересы. То есть у нас марионеточное правительство практически во всех странах. Сейчас, вот как не зря вот была когда-то книга о корпоратократии, у нас действительно управляют корпорации. То есть крупный капитал на сегодняшний момент, он не спрашивает людей, куда ему двигаться. Поэтому мы можем спрашивать людей, но разве это как-то повлияет на решение корпорации, которые все равно уже для себя определили, что они хотят экономить, оптимизировать и делать более эффективный продукт? Знаете, Артур, вот как раз разъяснительная работа, что это такое, для чего оно создается и как вот не перейти вот тот грань, там где интеллект, штучный интеллект, это есть помощник, и где он заменяет человека. Я думаю, что разъяснительная работа на сегодняшний день, это есть самое главное. Может, вы бы взялись и на нашем канале, а IUETV начали эту дискуссию? Подумайте. С удовольствием, да. Я тоже по своей работе понял, что люди почему-то считают, что искусственный интеллект — это как из фильма «Терминатор». Вот, некая такая непонятная живая субстанция, которая придет, всех поработит, или из «Матрицы», вот, если фильм все эти видели. Но я считаю, что искусственный интеллект — это некое подобие, если уже про фильмы говорить, это «Железного человека», когда вот ему помогает вот этот его домашний робот и облегчает ему работу, помогает создавать очень быстро то, что хочет. Вот персонаж этого фильма, и вот как-то так. И, безусловно, я принимаю ваше предложение, и я с удовольствием буду разъяснять людям и показывать не только, как можно противопоставить вот эту технологию, которую нам пытаются навязать корпорации, для того, чтобы действительно заменить людей, но как можно внедриться в этот их план и сделать так, чтобы людям было хорошо. И искусственный интеллект приносил пользу, а не вред. Я вам дякую за участь у передачи. У нас был в гостях Артур Гончаров. Я вам дякую, що ви прийняли нашу пропозицію щодо створення своєї авторської передачі. А для глядачів хочеться сказати, що, ну от, напевно, 99% і 9% глядачів для себе зараз дають відповідь, що допомагати людині, робот, це добре. А замінити, я особисто не хочу, я не готов, щоб мене заміняли. Я вам дякую за увагу. Спасибо. До свидания.